Всем привет! Вы на канале Мама Ямна, и сегодня мы играем в симулятор бомбы. Так, мы сейчас тут соберем сундучок наш, да? Итак, и я почему играю в этот симулятор? Потому что тут произошло обновление Golden Pets. Ну, надеюсь, это не обман. И... Что? Обман? Стойте, это обман или мне показалось? Не знаю, стойте. Сейчас buy swords, а вот это меня уже немного напрягает. Как? Где? Где? Объясните, где? Хорошо, хорошо, хорошо. Но меня это немного уже напрягает. Напрягает немножечко. Так, а что если мы делаем sell? Кип, так, не понял. Я уже планировал, на самом деле, немножечко этот. Хорошо. Сентинг, что-то пошло не по плану. Так, ладно, квесты. Почему он? Аутоклейм он. Он. Почему это он? Ладно. Ладно. Вот, сколько там ракет? Ты что так все на изи разрезаешь? Хватит разрезать все. Это мое. Стой, мое. Я хочу это. Так, все. Просто не успеваю. Быстрее туда. Бегу. Ебой. Успел. Так, нет. За новыми бомбами. Так, все собрали. Ебой. Так, ну я хочу посмотреть, что там на следующей локации. Может, какой-то крафтинг пэт. Нет, там яйца. Я это и хотел тогда. А, вот, пэт крафтинг. То есть, через... Нам еще две локации надо. Здесь 1 миллион коинов. Миллион коинов. Вот бы тут было бы за монет покупать алмазы. Нет, то есть наоборот, за алмазы покупать монеты. Ну, короче, вы поняли. Так. Так, все, собираем. Атомная бомбяшка! Как я ее мог пропустить? Атомную бомбяшку! Что, простите? Мне послышалось? Или... Что? Объясните, пожалуйста, что это такое? Что это такое? Это вообще что? Что, простите? Ладно. Ребята, я сейчас в шоке, если честно. Серьезно? Что мне сейчас выпало? Скажите, пожалуйста, что мне сейчас выпало? Мне какой-то... Что выпало? Давайте быстренько вот тут. Индекс... О май гад. Что? Не самая крутая шляпа выпала. Да, нет. Да, я понял, я неправильно сейчас сказал. Но мне самая крутая шляпа выпала. Что? Как? Я просто не понимаю. Каким образом... Мне еще легендарный топор выпал. О май гад.
Это я сейчас, наверное... Что? Что? Не-не-не, это уже все нормально. А то я думал, что 110-го левела. Опять? Нет-нет-нет. Это уже не то левел, не. Ну, тоже прикольный хостик. Это лучше, чем ничего. Для нуба это вообще супер-пушка. Так. Слушай, давайте я немножечко помогу. Так, помогу бомбу собрать. Раз. О. Но если атомная бомба тут еще заспамится, я ее один соберу. Не, ну, естественно, я ее один вряд ли соберу, но будет круто, если она заспамится. Но это, понимаете, это очень редкий шанс. Хотя у нас тогда в ролике она заспамила сразу 2 или 3 атомных бомбы. Вау. Знаете, я это хочу сейчас еще раз. Все перекрафтить, скрафтить, в общем, все, что можно. О, что это сейчас было вообще? Просто что это было? Я до сих пор... Я даже вот сейчас уже не могу представить, как это. Насколько у меня должна была сработать везучесть на и-хостик. Потому что мы же знаем все то, что и-хостик это как бы... Да ну! Да ну! Кстати, а вот я не подобрал ее. Ага. Где? А где, простите? То есть я должен зайти в инвентарь заново. О май гад. Не, это просто шоколадка. Это настоящая шоколадочка. Весь 14 левел. Да, конечно. Да, конечно. Я крафчу 337 левел. Ох, что я сейчас просто сделал? Ну, думаю, надеюсь, это ничего не повлияет на мои дальнейшие. Да, нет, то, что я сейчас все это скрафтил. Но мне уже 4-й хостик падает. На самом деле, это просто невозможно, я считаю. Ну, только у такого везунчика, как я, наверное. Хотя я, вот, ребята, я вам еще раз хочу сказать, я все игры прохожу честно. Я ни единой копейки еще ни в один ни в одну игру не потратил. Ни единой копейки. Я вообще не донатер. То есть я обычный, как все. Ну, как и вы. И я обычный. А, камоновская выпала. Я уже думаю... Стоп, еще одна шляпа какая-то выпала. Так, ну сейчас все это соберу. Ну, мало денежек, мало немножечко. Мне надо больше. На самом деле, мне надо больше денежек, потому что это маловато. Так. Да, я не ошибался, нам еще одна выпала. Не, ну это уже отстой. Вот эти вот левелы, вот это еще куда-то годится, но нет. Вот это вот для меня сейчас, это конфетка. Ну, 337 еще неплохой, неплохой. Для меня пока что еще, ну, 400 и левел, для меня это тоже неплохо еще. Но что-то это просто конфетка. Стоп, ничего, сейчас все эти ракеты сам заберу? Ну, спасибо, спасибо. Ну, спасибо. Сейчас еще атомная бомбяха заспавнится, и я ее заберу сам. То это будет тоже. Даже очень классно. Где мой топор? Топор. Я так радовался тогда. Да ну! Да ну! Что это за везение тысячи? Тысячное везение. X1000 везение. Везение X1000. Просто. Сейчас еще, наверное, что-то. Нет. Ну, эта серия, мне кажется, заслуживает лайка. Она заслуживает 50 лайков. Давайте вот. Это может и многовато, но я от вас требую 50 лайкосов. 50 лайконов. Лайкоинов. Что такое? Нас целых 23 тысячи, а вы даже 50 лайков не ставите. Это вообще как работает? Непонятно. В общем, давайте, 50 лайков. Это как бы для вас, ну думаю, несложно. Несложно. Ну и 23 тысячи. Вот. Можете вы все поставить лайк? Ну ладно. Ну ладно. 10 тысяч лайков. Это, конечно, вы никогда не наберете, скорее всего.
Но вот 50 я от вас требую. Потому что 50 это, ну, уж слишком мало. Думаю, вы точно справитесь с этим. Так. Да ну, да ну! Я её что, сам? Вы серьёзно? Что? Что, простите? Что? Что? А оттуда что, ничего не падает? Интересно. Почему у меня а то я уже... это не дисконнектед. А то я думал, сейчас придется выключать запись из-за дисконнекта. Все это, конечно, хорошо, и у нас, я смотрю, уже 900 миллионов. Что достаточно неплохо. Только сказал неплохо, и сразу нубская шляпа выпала. Ну, для нубов, мне кажется, она тоже, в принципе, достойная шляпа 87 уровня. Я начинал там... Что? Простите? Еще одна? Это что? Это все мне? Вы серьезно? Я думал, я сегодня открою локу. Ну, спасибо. А что это я там вижу? Мне кажется, или это секрет шляпа? А нет, там же этот. Закрыть 25к всего. Что? А, вот 150к. Это уже мое. Вот это мне уже нравится. Давайте. Все, сразу 150к тратим. Пуфа фиш. Ну, я понял это уже. 30%. Но я хочу посмотреть на статы. Извините, что это? Что? А почему такие нубские? Мне только хэдбуст. Там хэдбуст только. Чего? А вот это уже получше. А вот это мне уже нравится. 20%. Может сейчас... Давай. А, нет, я так делаю. Это сейчас выпадет фич. Слушайте, это мне уже нравится. Какой нам топор выпал? Все, до свидания, мороженка. Я вот это вот одеваю. Если бы я знал, что нам выпал такой топор. Не, я его одеваю тогда. Так, все. Пират-шип. Вау. Ну, какие статуи этого пирата-шип? Ну, давайте сравним, например, с этим, ну, в принципе, неплохие. В принципе, достойные. Я не вижу, что мне выпало. И что это? Пуфа-фиш? Не. Давайте вот закроем вот так вот, а потом будем смотреть. Я вот чисто не знаю, что мне там выпало. Давайте. Чего? Кого я выбил? Простите, кого я выбил? Кого? Чего? Кого? Что? Что? Все. До свидания. Что? Просто что? Что? Если мне сейчас выпадет еще одна. Вот давайте. Не сможем. Нептуны. Это тоже неплохое. Это, наверное, ультра. Это 12%. Ну, давайте посмотрим на статы. Нам всегда нужны статы. Отлично. Просто мне нужна сейчас только лего. Нет, я не вижу ни... Пуфа, видишь, это уже не то. Ладно. Ну, давайте посмотрим, насколько тут такие прикольные. О, 87 миллионов. А это как атомная бомба у нас. Вау, это так... нет. Монетки, кажется, слабые. Нет.
Или Сатаяма? А, нет, 32 миллиона, нет. Вообще не слабые. Хотя не слабые, в принципе, нормальные такие. А сколько миллионов? А, у меня же там мечи точно. У меня мечи есть. Мечи еще там есть. А что здесь? Простите, а что здесь? А, ну понятно. Ладно, на этом мы будем нашу серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Тук-тук-тук-тук-тук. Так, все, собрал свои монеточки. Сколько вам там надо вообще монеток? 50 тысяч всего. Нормально.